Какие они ключевые моменты роста? Вот об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Дмитрий, и ежедневно становимся успешнее, выносливее, здоровее и счастливее, несмотря ни на что. Прямо сегодня, прямо сейчас новая неделя, новые свершения и великие достижения. Ставьте планы, достигайте новых высот и покоряйте вершины. Сейчас максимальная зарядочка и сразу же зажжем. Поехали! Снова эта солнечная красота. Просто супер. Сейчас я выйду на поляночку небольшую, чтобы вам показать. Уже видели в зарядке, как красиво, как светится небо красками яркими. Просто здорово. Ну, да, и вон там вон, я вижу вот береза. Сейчас я до нее доберемся. Прям аж светится вон она, вон березка среди сосен. По ощущениям где-то минус 9. Буквально уже через пару часов солнышко нагреет и будет гораздо теплее. Вроде бежишь холодно, позанимался зарядкой, все, у тебя какой-то такой релакс, расслабление такое идет, тело нагретое, уже не холодно, и чувствуешь себя бодрячком таким, заряженным. Состояние потрясно. Вон, что-то у нас пройдет, посмотрим, как это перекладину сделано. Так, ну потихонечку будем зажигать. Вот, тема не длинная, коротенькая. Но, тем не менее, самые факторы, самые ключевые моменты, они в этой теме сейчас я озвучу. Вот. Ну, а что это такое? Давайте покажу, чтобы понятно было. Сюда, несколько часов назад, я когда бежал, в лес бегал, смотрю, машина, следы от машины. Вот. И смотрите, вот такие вот раскопки велись. Раскопали. Неплохо так, непонятно для чего это все. Вот, и здесь у нас эту перекладину, я говорил, оказывается, что это просто доски. Зачем так какие-то крепления непонятные сделаны здесь? Если кто знает, напишите, прикольно. Ключевые моменты. Какие они ключевые моменты роста? Что это за моменты такие? Что это за моменты? Вы знаете, чтобы расти, нужно меняться. И меняться нужно в первую очередь самому изнутри. Не ждать, что извне что придет. Вот эти вот изменения, как их понять, что ты начинаешь меняться? Вспомни все моменты, жизненная ситуация, где ты пасовал, где ты старался как-то что-то избежать, где ты сдавался в какой-то степени, где что-то откладывал. Попробуй выявить истинную причину вот этих твоих действий, которые, ну, привели к тому, что ты просто отложил. Истинная причина, что ты не решился, что ты не сделал этого. Давай сейчас копнем и посмотрим, что там у нас сидит, что внутри, в этой глубоко в этой причине сидит. Что может быть здесь сидеть? Страх. В первую очередь страх. Какой это может быть страх? Страх, что тебя отвергнут. Страх какого-то, может быть, чужого мнения. Страх... Какие еще есть страхи? Давайте копать глубоко.
страх, что ничего не получится. Страх, в общем, основные вот эти вот ключевые факторы, да, страх, я назвал. Так вот, давай сейчас посмотрим с обратной стороны. Представь, что если бы ты все вот это сделал, и тебе удалось. Представь просто, отложи логику и представь, что тебе это удалось сделать. И что ты стал успешнее. Благодаря этому ты точно это сделал. Что произошло такое серьезное. Что сделало тебя сильнее. Может, реально сильнее делать. Представь, вот если ты это делаешь, то, что ты пасовал, то, что ты не решался, откладывал. Возьми прямо сейчас, напиши этот список вот этих всех ситуаций, которые возникали, почему ты откладывал. Всех ситуаций. Что это за событие такое? И начни это, блядь, делать. Просто делай это. Звони, встречайся. И вообще похрен, что они подумают. Похрен вообще, тебе вообще должно быть фиолетово. Ты идешь к своему успеху, к своей мечте. И тебе должно быть все равно, абсолютно все равно, если где-то что-то, кто-то тебе скажет «нет». Это так надо, потому что эти шаги, которые будут приближать тебя к «да», и это будет в любом случае, рано или поздно это произойдет и случится. И ты это увидишь, и ты скажешь: «блядь, какой я молодец, какой я охрененный пацан, что я это сделал, какая девушка приятная, какая классная, да?» Потому что это свершилось и пришел успех уже, но ты не видишь сейчас этого будущего. Нужно просто делать. Просто делать, тупо делать, несмотря ни на что. Идти к успеху, зажигать всех вокруг, проявляться максимально. И не думай ни о чем, кроме того, что ты видишь впереди свою цель. Что это придет, это как трамплины на пути к твоему успеху. Зажигай, вдохновляй, проявляйся. И несмотря ни на что, делай то, что тебе страшно. Делай, иди и никогда не откладывай. Чем дольше ты откладываешь, тем меньше шансов что-то сделаешь. Тем дольше ты ожидаешь, тем больше страх. Просто в моменте бери и делай. И увидишь, как результат не заставит.